этот тур. Послушай советы знатока минотавров, чтобы не опозорить родителей. Жена, наша дочь уходила сразить минотавра. Она уже вернулась с победой? Нет, муж мой, она не стала платить юному знатоку минотавров и трагически погибла. Над нами смеются все горы. Зря ее растили. Старается. Хочешь, чтобы твои родители так сказали? Хочешь? Нет. Тогда пройди по следам минотавра. Ты закончил? Ну, давай, поведай нам. Поведай. Ну, знатока минотавра, все, минотавров, подходи, узнай. Здравствуй! Приветствую в Певке, на родине минотавра и всемирно известных туник. Туники, туники минотавра, один размер для всех. И как один размер подойдет всем? Меня зовут Арсений. Если хочешь узнать, как победить минотавра и стать знаменитым героем Греции, я могу рассказать. В этом нет нужды. Я убила минотавра. Думаешь? Ты убила? Минотавра? Был тяжелый бой. Много крови. Тяжелый бой с человеком в маске. Тебя одурачили. Но не бойся, теперь ты в Певке. У нас все честные. Обманщиков совсем нет. Конечно. Ага, ага, конечно. С чем разберусь? Что расскажи? Разберусь это... Я пойду делами с вами заниматься. Сама разберусь, типа. Расскажи мне, ну, тур проведи по Минотавру. Молодец, парень. Расскажи мне. Не боишься, что кто-то украдет твои всемирно известные туники? А кто? Это для минотавров. И? Посмотри на статуи. Стой. Минотавр, тур пошел. Серьезный противник. Помни мой урок. Он ненавидит, когда его колют. Особенно острым оружием. Это его единственная слабость. Не забудьте наградить проводника. А чем тогда его бить, если его не колоть? Так это слабость, наоборот. Он говорит, не любит. Я тоже не люблю. Да вот именно, что все не любят. Смотри, это статуя Минотавра. Сам Минотавр может быть меньше. А где остальное? На холме. Ее не смогли удержать, когда переставляли. Двое погибли. Их разрубило пополам рогами. Два рога, четыре половины. Даже статуи Минотавра опасны. Да, опаснее всего. Говорят, даже Тесея убила статуя Минотавра. Я знаю историю о Минотавре. В них Тесей больше похож на героя. Что ж, спартанцы всегда лучше дрались, чем думали, да? Может, ты и в Медузу веришь? Да, но я ее убила. Ее не существует. И циклопов тоже. Циклопы существуют. Я сама убила. Вовремя мы сюда пришли. Ты убила. Продолжим наш поход. Здесь, в Певке, герой всегда прав. Сюда. На самом деле... Смотри, ладно, это потом. Не камень, а помет Минотавра. Он только что здесь проходил. И обосрался, что ли? Что мы его не видели. Ночью, если прислушаться, можно услышать отзвуки храпа Минотавра. Как же мне не нравится, что вот они впереди всегда бегут, и бесполезно, то есть догонять его, он только ускоряется. Угу. Еще один секрет, кроме меня его не знает никто. Минотавр не любит рано вставать. Честно, я разбираюсь в минотаврах. Я уже 27 лет в этом деле. 27 лет. И вот еще один секрет. Молодец. Надеюсь, Арсений-младший однажды займет мое место. Главный малыш, главный. Деловой такой, конечно. Мне нравится, что вот в этом задании, по крайней мере, конкретно, учли все наши подвиги, что кого мы уже поубивали. Мы так вовремя, конечно, сюда пришли.
как бы интересно выглядел диалог, если бы мы пришли сюда до того, как, да. Он нам сказал бы, наверное, да ладно, не может быть, я его убью там или что-нибудь. Возможно. Воины из всех уголков Греции приезжают сюда, чтобы сразить Минотавра. Они надеются добыть его голову. Но пока... никто не преуспел. Но если выпьешь эликсир из копыт Минотавра, то получишь его силу и победишь. Нет, спасибо. Где вариант? Откуда у тебя эликсир из копыт Минотавра? Сделал из копыт Минотавра. Что непонятного? Все в названии. Угу. А копыта у тебя откуда, да? И от чего может вылечить этот твой эликсир? От всего, что беспокоит. Горло, старые раны, зуд в местах, которые не почешешь на людях. Он вылечит сожаление о потерянном времени? Да! Дай угадаю, эликсир у тебя с собой? Папа всегда говорил мне... Не выходи из дома без толченых копыт чудовища. Ну, это продолжение задания. Ладно, давай. Пригодится, может, все. Даже эликсир из копыт. Мудрое вложение, мой обеспеченный друг. Идем. Это не все, что тут есть. Бизнес. Сейчас по полной программе нас разорит. Заврался уже вообще до беспредела. Пещера. А, ну тут какая-то обустроенная пещера для туристов. Сейчас скажут, я не вру, я приукрашиваю. На этом тур окончен. Это все? Ты не рассказал ничего о Минотавре. Мои клиенты всегда довольны. Опа. Можешь заплатить моим приятелям за выход. И еще раз добро пожаловать в Певку. Как у вас тут все одинаково. Да. Я не буду платить. Да, я не буду платить. Не получишь ни одной монеты. Что? Ни одной? Я заберу все! Вперед! Осторожней с броней! Можем ее продать! Плохо себя ведете. Ну да. Интересно, если бы ты отдал деньги. Напали бы они? Показали бы нам мало или что? Мне кажется, все равно бы напали, да. Где этот? Засранец. Да вон. О, нет! Нет! О, нет! Правильно, сжечь тут все. План был не такой, но пусть горят. О, а ты молодец! Ты прошел проверку разбоем. Да-да, не все ее проходят. Ты заслужил скидку на туники Минотавра. О! Знаешь что? Это был славный тур. Тур дружбы. Я заплачу тебе за него. Вот, огромная плата за тур истинной дружбы. Вот засранец. Приятно иметь с тобой дело. И еще, я ищу человека по имени Мелит. Влиятельный мужчина, вечно ходит в маске. Не слышал о нем. Но в городе живет Леандрос. Он знает тут всех. Он может тебе помочь. Леандрос? Он мне ничем не помог. Эй! Да? Каково быть мистией? Хм, неплохо. Ну а вот тут получается, с этого задания надо было заходить. Угу. Потом бы мы уже пошли к Леандросу к этому. Угу. А мы ему уже помогли как бы. Ну видишь, отработал, он мне ничем не помог. Угу. Откупился, короче, чтобы поджопников не получить. Ага. 3500 он тебе выдал. Где он уже какой мелкий? Тур дружбы. Ага, ага. Дайте два.
Пойдем еще одно задание тут сделаем. Храброе бегство. По-моему, на этом здесь обычные задания заканчиваются. Я как бы пока не уверен. Может быть, еще что-то будет, конечно. Но как минимум я после этого смогу здесь потихоньку вопросики начать чистить. Так. Ну, вообще, конечно, если бы мы с этого задания начали прохождение территории, было бы понятно сразу, что тут все мошенники. По-моему, вообще никто, честно, ничем не занимается. Ой, да иди нафиг. Тебя может грохнуть за наглость. Да, ну, пусть скачет. Посреди города это такое геморное занятие. Ну, да. А, это ты. Это точно? Ты еще не прыгнул? Только времени прошло. На ниточке, на веревочке там. На соперке. Они ему кричат: прыгай, прыгай. Кто-то говорит: не прыгай. Видишь, отговаривают. Назад, назад, я прыгну. Не делай этого. У каждого есть ради чего жить. Но не у меня! У меня ничего нет! Я никто! Это даже не броня! Это мамин поднос! Не самый лучший! Я неудачник! Неудачник! Я вот даже не знаю. Я не хочу его зря обнадеживать, но чтобы он потом будет умер. Не трать мое время и отойди от края. Хотел бы прыгнуть, давно бы уже сделал это. Да. Что? Что? Я спрыгну в любой момент. Голос не подходит. Не спрыгнешь, ты жалкий трус. Ага. Я не трус. Вот, смотри. Ну? Клянусь, Туник и Зевса, ты права. Да, ты права. Я жалкий трус. Отойди от края. Поговорим. Моя деревня бедна. Ни торговли, ни приезжих. Мы погибаем. Меня выбрали убить Минотавра в надежде, что это нас прославит. Спасет, быть может. Но я не гожусь в убийцы Минотавра. Меня обокрали в первый же день здесь. И кто? Проводник! Минотавр уже мертв. Я убила его. Ты? Нет. Я должен был это сделать. Извини. Значит, мы обречены. Охота на чудищ не всем по плечу. Даже не став убийцей Минотавра, ты найдешь способ спасти деревню. Ты права. Мне просто нужно всех их обмануть. Что-то хотел добавить. А кандидата получше у них в деревне не было, что ли? Ну, видимо, нет. Тогда они обречены. Не перевирай мои слова. Обман сработает. Люди здесь очень добры и слегка глуповаты. Правда? Не верится. Пусть думают, что я убил Минотавра. Деревня станет моим святилищем. Я буду как Тесей. Морис великолепный, убийца Минотавра! Мы будем жить как прежде. Какая-то мечта. Зато люди вспомнят о нас, начнут торговать с нами. Это достойная мечта. Я должен выглядеть, как подобает победителю Минотавров. Достань самый броский доспех правителя Певки и оружие, которое я якобы вырвал из рук Минотавра. Ну, то есть из копыт. А тебе это зачем нужно? Да, мне это зачем? К сожалению, я не могу спросить.
Я здесь, чтобы помочь. Ладно, ладно, ладно. Что тебе еще рассказать? Топор, будто бы принадлежавший Минотавру. В Певке есть торговцы таким оружием? Мне рассказывали, что в крепости Лато прячут легендарный топор. Вот он-то мне и нужен. И что же в нем особенного? К нему прикасался Тесей дважды. Тесей перепробовал немало топоров. Ну, да. Но этот он трогал дважды. Вот таким топором и вооружился бы Минотавр. Ты сказал про самый броский доспех правителя Певки. Где его найти? В укромном месте. Там, откуда его сложно украсть. Должно быть, в его собственном доме. Ладно. Я найду доспех и топор, достойный убийцы Минотавра. Только не прыгай. Но мы же уже выяснили, что он не будет прыгать. Угу. Странное задание, нелогичное абсолютно. Странное, да, согласен. И мне мотивации не очень хватает. Да-да-да, я говорю, нелогично. А если бы я тут вопросик сделал, то мы бы уже были с топором. Точнее, с броней. Так. А, то есть это прям дом предводителя. Давай-ка мы сюда ночью, наверное, зайдем. Их тут хотя бы поменьше будет. Там, правда, предводителя самого нет. В любом случае. Можно, конечно, по-тихому просто залезть. Попереть и уйти? Ну да. Почему я тебе так мало урона наносил сейчас? Я в чем вообще? Да вроде бы убийца. Может, он толстый был просто? Видимо, толстый. Но у меня уровень как бы недавно вот на арене же где-то поднялся. У меня, конечно, броня тут немножко уже устаревшая. Но так вроде все нормально. Оружие я вроде не забыл поменять. Так. А что тут у нас? Два сокровища и три припаса. Об этом доспехе говорил Моррис. И впрямь броский. Там шлем, по-моему, просто. Взяли и все. Ладно, значит, я не буду сейчас зачищать. Потом можно вот этого, правда, убить. Да зачем он нужен? Что ты как хочешь? Награду с головы снять. Да там практически ничего и не было. Потом меньше делать. Да тут ничего и не осталось, все, ты сделал. А, ну вообще тогда замечательно. Хорошо. Я, говорит, потом. Хорошо, сейчас я отбегу. Так. Топор находится в крепости Лато, что почти в центре холмов Минотавра. Это где? Холмы Минотавра, вот они. Лато, видимо, вот она.
Ну да. А тут даже, наверное, нет смысла Хобуса звать, потому что прям он рядом. Он пока добежит, я уже сам туда добегу. Ну не то чтобы рядом. Что тут у вас происходит? Все, не ссорьтесь. Зачем ты людей бил? Угу. Ох-хо-хо-хо-хо-хо. Это капец, она здоровая. Ну где я? Хо-хо-хо. Нет, ну эту мы сейчас чистить не будем, даже пытаться. Попробуем забраться. Вон там вход, вот, наверное, через него попробуем как раз пройти. А вообще оно где-то внизу. Хотя. Зайти и уйти. Да. Так, тут никого нет, хорошо. Хо-хо-хо. Да, ты туда даже не пойдешь. Да, я туда не пойду. Нужно. Казну ограблю. Ты же умрешь? Умер. Хорошо. Идет сюда? Похоже. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Не понял. Ну вот. Все хорошо. Красиво не получилось. Я не очень понял, почему у меня не сработало и его тоже убить. Видимо, он слишком близко. Потому что чуть раньше заметил. А, ну может быть, кстати. То есть на нем уже стелс не отработал. Вот топор, который искал человек с крыши. Ага. Довольно тяжелый. Сможет ли он поднять его? Теперь у меня есть все, чтобы человек с крыши вновь прославил свою деревню. Отнесу ему эти вещи, пока он не спрыгнул. Да мне кажется, мы сейчас ему это принесем, он оттуда грохнется. Под тяжестью топора. Угу. Начнет там размахивать. Почему он, правда, все это время стоит там на крыше? Не очень понятно. Мог бы уже спуститься, подождать внизу. Угу. Что тут? Стоит. Ну, я здесь, благодаря этим вещам. Ты сможешь успешно всех обмануть. О, превосходно! Не беспокойся, это ложь во спасение. Про нашу деревню снова вспомнят. Не могла бы ты, отдать мне эти вещи? Ну, запирай. Конечно. Топор и доспех твои. Отвернись-ка, дай мне переодеться.
Выглядишь как герой. Будто ты прикончил целую семью минотавров. Что, правда? Ты мне не врешь? Не вру. Твой грозный вид даже меня немного пугает. Ого! Все хорошо! Я теперь герой! Я спускаюсь! Очень быстро. Чувствую себя героем. А где топор? Ну, то смотри-ка. И что? Саша, нет, не получилось. Тебе в предсказании. Ну да, удивительно. И все на этом закончилось? Все на этом закончилось. Он доволен, он герой. Странно. Да. Поговорить. Надеюсь, капитан вернется и доставит меня домой. Он забрал мои деньги. Ну понятно, понятно. Ну, я предлагаю еще метнуться сейчас по-быстрому, грохнуть одного культиста, пожалуй. Того самого. Того самого, которого мы как бы уже убили. Да, но он у нас появился только сейчас. Я, честно говоря, боялся, конечно, что у нас там что-то сломалось, потому что мне писали, что там должен быть культист, но у нас его не было. А мы просто на него не вышли еще. Вот, так что он появился, надо его убить. Да и в целом у нас там культистов все меньше и меньше остается, надо потихоньку доделывать. Там для некоторых нужно специально что-то поделать. Типа вот сражение вызвать. Для кого-то нужно будет выкупить информацию, для кого-то найти информацию. Для кого-то по сюжетке пройти. Кто-то по сюжетке закрыт еще, да. Он сейчас правителем является? Интересно. Потому что, по идее, он должен быть правителем. А значит, там должна быть огромная свита. Тогда, конечно, все будет несколько сложнее, чем хотелось бы. Да, он правитель. Или нет? Но он в прошлый раз был правителем. Но свита у него нет. Ну и хорошо. Ты в прошлый раз, когда его грохнул, он через... Подожди, он снаружи был. Да, был снаружи, а сейчас вот тут. Кодор бык мертв. Письмо мудреца к Кодору. Подсказка. Что там за письмо? Это мы смотрим. Подарку мы читали, да? Боец, прими мои поздравления с победой. Однако я убежден, что ты можешь найти своему мастерству куда лучшее применение. Тебя ждут достойные противники и достойные награды. Если тебе интересно мое предложение, встретимся у меня дома на острове Лесбос. С твоей помощью союз обретет величие, Кодор. Это он кому писал? Это он на арену писал. А, тому, которого ты там грохнул. Да, да, да. Неизвестный мудрец. Ябату. Вот, Кодру. Кодор. Я давно наблюдаю за тем, как ты набираешь людей, и должен сказать, твои методы меня впечатлили. Бойцы на арене обходятся дешево, а сами бои отвлекают людей, которым нравятся кровавые развлечения. Их герои становятся нашими героями. Мы живем в эпоху, когда глаз народа может сместить правителя. Сделай вид, что ты на его стороне, и любой глупец станет твоим союзником. Слава союзу! К. К. Тебя тоже как-то наказывают, значит, получается. Мудрец-демагог. Преследует свободомыслящих. Участвует в политической жизни Афин. О, он где-то в Афинах, получается, тусуется. Скорее всего. Лук. О, интересный лук. На убийцу при этом. Урон, главное, на убийцу. А способность к стрелам Артемиды. Хм.
Ну вот у нас остается вот этот у нас сюжетный, получается. Остальных там надо вычислять. У нас, кстати, вот из внешнего круга-то уже раз, два, три, четыре, пять. Пять остается. Ладно, валим отсюда. Я даже вот так вот просто сделаю.